Короче, слухи. Сегодня Глебу Панфилову экстренно понадобилась помощь медиков. 88-летнему кинодеятелю внезапно стало плохо. Вдовца Инны Чуриковой увезли в реанимацию в Одинцово. Но врачи решили перевести его в московскую больницу из-за ухудшения состояния. У звезды диагностировали геморрагический инсульт. К сожалению, сейчас медики не дают никаких прогнозов о состоянии Глеба Панфилова, поскольку прошло слишком мало времени. Пока совершенно не ясно, как поведет себя пожилой организм режиссера. Учитывая преклонный возраст знаменитости, надо как можно быстрее решить и вопрос с операцией. Любите свою жизнь и подписывайтесь.